небольшой городок в 40 километрах южнее Екатеринбурга известен как родина Павла Бажова. Но и без уральских сказов здесь есть что посмотреть. Ловите наш топ-5 причин провести выходные в Сысерте. Причина первая. Посетить креативный кластер «Лето на заводе». Старинный железоделательный завод Урчениновых-Соломирских тихо умирал в самом центре города, пока 3 года назад силами энтузиастов не превратился в креативный кластер «Лето на заводе» и не стал центром притяжения творческих людей со всего региона. Сегодня на территории завода выступают уральские звезды, творят художники и проводятся крутейшие фестивали. Только этим летом здесь побывали около 100 тысяч человек, и вы приезжайте тоже. Причина вторая – посмотреть на город с высоты. Лучшая смотровая площадка в городе – это Бессонова или Бесенкова гора. По легенде, она названа в честь погибшего офицера Бессонова, защищавшего город от пугачевцев. С 2001 года на вершине стоит православный 12-метровый крест, который виден из любой точки города. Зачем еще ехать в Сысерть? Ну, конечно, чтобы прогуляться по самой красивой набережной Среднего Урала. Да и вообще классно провести время на берегу Сысертского пруда, выпить кофе в туристическом центре и прокатиться на сапах. Ах да, не забудьте заглянуть в беседку из 200-летней лиственницы и загадать желание на качели любви. Все сбудется, мы проверяли. Приехать в Сысерть и не побывать в доме музея Паши Бажова – непростительно. Зайти в деревянную избушку на Володарского, 16, стоит хотя бы за тем, чтобы узнать, каким был бородатый сказочник в детстве, почему его отца прозвали «Сверлом», и попробовать знаменитые пандаморы с бажовского огорода. Отправляйтесь за ними к озеру Тальков-Камень в природном парке «Бажовские места», на расписанные художниками развалины старого завода или крылатые качели над обрывом. Ну что, убедили? Тогда до встречи в самом романтичном городе Урала – в Сысерте.